Всем привет! Наши руки много пишут, печатают, носят тяжелые сетки с продуктами, держат детей на руках и тягают гантели во время тренировок. Поэтому очень важно их правильно и расслаблять, и нагружать. Сегодня вас ждет необычный комплекс на кисти рук. Итак, ставим наши ладони на пол, пальцами к себе и стопами прижимаем их к полу. Теперь пытаемся оторвать руки от пола. Конечно, нам это не удастся, но здесь мы должны чувствовать натяжение, может быть, немного дискомфортное. Но ведь мы с вами растягиваем наши запястья. Поэтому делайте все аккуратно и без рывков. Опускаемся на колени, ладони остаются в том же положении. И начинаем делать плавные круговые движения по часовой стрелке и против. Чувствуем, как растягивается вся поверхность руки от локтевого сустава до кисти. Кассиры, пианисты, учителя, возьмите это упражнение на заметку. И завершим нашу тренировку в планке. Опять положение мы рук не меняем, становимся в планку, которую мы уже с вами давно делаем и знаем, как она выполняется. Задерживаемся, теперь опускаем таз на колени и растягиваем наши руки. Повторяем, чередуя напряжение, которое у нас в планке, и расслабляемся. Надеюсь, этот комплекс упражнений будет для вас полезен. Увидимся на следующей неделе. Хорошего дня!